Машка, познавашка. В городе Сити жил один очень добрый и отзывчивый полицейский – Майк. И был у него верный помощник – пес Арчи. Арчи, ко мне! Ха-ха-ха! Я взломаю эту дверь! Он сбежал! Злой разбойник вырвался из клетки и теперь может натворить много плохих дел, задумался полицейский Майк и отправился на его поиски. Он долго ехал по дороге, но следов разбойника нигде не было. Бани, моя пушистая! Привет, Люси! Ты не видела подозрительного типа в серой шапке? Нет, не видела. Бани, стой! Убежала! Что теперь делать? Не расстраивайся, Люси. Я найду ее. Правда? Ура! Здорово! Я мигом! Котенок по кличке Банни испугался проезжающего мимо автомобиля и убежал. Теперь Майку предстоит решить уже две задачи. Поймать разбойника и найти котенка Люси. Чарли, как нам убрать с дороги этот камень? Ума не приложу. О, есть идея! Ой-ой-ой! Ой! Черт, не получилось! Эй! Что случилось? Да вот, камень. Думаем, вот как его убрать. Ай-яй-яй. Да, дела. О! Кажется, есть идея. Чтобы разбить камень, нужно собрать специальный кран с шар-молотом. Поможем Майку это сделать. Кран с шар-молотом готов. Теперь Майку нужно разбить этот огромный камень. Первый удар. И, кажется, появилась небольшая трещина. Второй удар. Смотрите, трещина увеличивается. Третий удар. Четвертый. Отлично! Камень рассыпался на кусочки. Путь свободен. И Майк решает навестить одну знакомую. Спасибо за помощь. Он ехал по горному серпантину. Внизу за облаками виднелись холмы и дороги. Вокруг было очень красиво, но отвлекаться было нельзя. Горная дорога очень опасная.
Подъехав к дому мисс Адри, Майк, кажется, заметил какое-то движение. Эй, кто там прячется? Хеллоу! Здравствуйте, мисс Адри. Юху! Котенок Люси? Банни была белая. Вы случайно не видели подозрительного типа в серой шапке? Не-а. Всего доброго. Пока. Не получив ни одной зацепки, Майк двинулся дальше. По дороге он встречает обеспокоенную девушку. Что случилось? Зачем вам огнетушитель? Там огонь! Нужно потушить огонь! Так едем скорее! Нет, в другую сторону! Оу! Оказывается, где-то неподалеку пожар. Всего-то небольшой костер. Пустяки, подумал Май. Фух, потушили. Слушай, боюсь, это не все. Смотри! Деревья. Их следует загасить, иначе может сгореть весь лес. О нет, пена. Она закончилась. Там неподалеку есть пожарный вертолет. Погнали! Этот вертолет сломан. Ребята, давайте поможем его собрать. Вертолет готов к работе. Отличная работа, леди! Удачного вам дня! Спасибо! Сам того не планируя, Майк сделал очень важное дело. Он помог предотвратить лесной пожар. Но расслабляться было некогда. Ведь ни разбойник, ни котенок до сих пор не найдены. Такое. С автомобилем что-то случилось. Кажется, у него закончился бензин. Полный бак, пожалуйста. Эй, мистер, вы не встречали подозрительного типа в серой шапке? Ты? А ну, стоять! Размечтался! Эй, моя машина! Разбойник нашелся! И теперь Майку предстоит его догнать.
Злодей хитро запутывал следы в попытке убежать, но Майк ловко обходил преграды и догонял его. Попался, гад! Теперь не уйдешь! Ты не встречал белого котенка? Нет. А ну вытряхивай награбленное! Разбойник пойман, и одной задачей стало меньше. Теперь осталось только найти котенка Люси. Арчи! Эй, ты куда? Бани, вот ты где! Не плачь, она найдется. Вот, как и обещал. Ура! Вернулась! Бани, моя Бани! Ух ты же, озорница! Какой молодец! Майк отлично справился с работой. Все жители города очень довольны и благодарят его за помощь. Что там, Арчи? Щенок! Иди ко мне, маленький. Хороший песик. Чтобы немного расслабиться, Майк отправился к морю. Чей это автомобиль? Подумал Майк. Эй, ты куда? Так-так, что тут у нас? Ах, вот оно что! Девушка! Смотрите, как красиво она катается на серфинге! Привет! Отлично катаешься! Да, вон и что надо! Ой, что это? Ой-ой! Испугались? Это всего лишь краб! Смотрите, он не кусается! А теперь давайте починим мою машинку! Майк случайно повредил автомобиль. И думаю, мы должны помочь его собрать. Какой насыщенный выдался денек. Смотри, какой закат. Красиво! И кажется, в городе может появиться еще один житель. Если тебе понравились мои мультики, подписывайся на канал. Скачать это приложение можно с Google Play или App Store.